Вашему вниманию предлагаются демонстрации по электростатике. Электростатика – наука, изучающая поле неподвижного электрического заряда. Какими способами можно зарядить тело? Первый способ – электризация трением. Я беру эбонитовую палочку, тру ее о шкурку меха, она приобретает отрицательный заряд. Если я теперь палочкой коснусь электроскопа, то часть заряда перейдет на электроскоп, электроскоп будет тоже показывать заряд. А есть третий способ зарядить тело – электростатическая индукция или электризация влиянием. Я беру эбонитовую палочку, тру ее о шкурку меха и подношу к электроскопу, не касаясь его. Итак, электроскоп показывает заряд. Если я поближе поднесу палочку, стрелочка еще больше отклоняется. Что здесь происходит? Здесь происходит то, что заряды перераспределяются. Палочка эбонитовая заряжена отрицательно. Электроны с шара перемещаются на стрелку и на вертикальную планку. Одноименные заряды отталкиваются, и стрелка отклоняется. Если я уберу эбонитовую палочку, электроскоп обнуляется. Нам интересно также, как ведут себя проводники и диэлектрики в электрическом поле. Я беру вот такое металлическое ведро. Ставлю его на резиновый коврик и буду заряжать его. Сначала снаружи, потом внутри. Еще раз снаружи. И внутри. А теперь буду снимать заряды и смотреть на электроскопе. Итак, внутри снимаю заряды и на электроскоп. Заряды равны нулю. Снимаю снаружи и на электроскоп. Вот теперь стрелка отклоняется, и электроскоп показывает заряд. Значит, я заряжала ведро и снаружи, и внутри, а заряды все оказались на внешней поверхности проводника. Внутри проводника заряды равны нулю. Посмотрим, как ведут себя диэлектрики. Убираю ведро. И ставлю на стол подвешенную на нити деревянную линеечку. Линеечка, диэлектрик у нас. Я беру эбонитовую палочку, тру ее о шкурку меха и подношу к линеечке. При этом линеечка отчетливо притягивается к эбонитовой палочке. Диэлектрики в электростатическом поле поляризуются. На концах линеечки наводятся заряды. Это заряды связанные, и поэтому линеечка притягивается к эбонитовой палочке. Итак, мы посмотрели, как ведут себя проводники и диэлектрики в электрическом поле.